года, премьера года, песня группы Cream. Да? Она как раз про танцы. Она песня про танцы. Смеялась уверить, что, мне кажется, эту песню у нас в городе никто. Никто не поет. Не поет и никогда не будет больше петь. Пока мы не умрем. Давайте, друзья, группа Cream. Кто играл в группе Cream? Никто не знает. Кто из вас играл в группе Cream? А, давайте Викторину. У нас здесь ветеран рока здесь. Директор рок-центра «Сфинкс» Владимир Владимирович Ведерников. Давайте аплодисменты. Он не расколется. Скромен. Он скромен. Он держит это в секрете. Готовы? Да. I feel free.